Теперь оказаться в невероятных мирах можно без употребления тяжелых веществ. Окунуться в мир лего-конструктора, где все состоит из маленьких пластиковых деталек, да вообще без проблем. Либо же ощутить себя героем компьютерной игры в каком-нибудь постапокалиптическом мире, где джунгли поросли в домах, а на заднем плане зомбаки пытаются сожрать ваши мозги. Или погрузиться в пучину океана, где рыбки плавают вокруг вас, а Аквамен или русалочка отвесит вам подзатыльник за несоблюдение авторских прав. Мяу, блин. Все это стало доступно в моем любимом боте Syntax AI, о котором я уже давно, честно говоря, обещаю вам записать ролик и скоро до него доберусь, до полного разбора. Ну а сейчас я вам расскажу о Runway Gen 3 новом обновлении, которое позволяет вам из вот простых видео, как бы тут ничего сложного не происходит. Полностью преобразовывать картинку. Меня зовут Максим Густарев, и сегодня мы разбираемся в нейронке. Поехали. Ну и начнем мы с того, что для использования полного функционала стилизации видео в Runway вам нужно иметь платную подписку на официальном сайте Runway. Она стоит ни много ни мало 1100 рублей, при условии, что вы сразу оплачиваете ее на год. Если платить помесячно, то выйдет 1400 рублей в месяц. При этом вы получаете 625 кредитов, которых хватит на 44 секунды стилизации видео. Если видео длится 10 секунд, то это 4 видео по 10 секунд. И вот тут-то, чтобы у вас, конечно, жопка не пригорела, сразу делаю дисклеймер, что это не реклама, мне за это не занесли деньги, я просто от души рекомендую вам этого чудо-бота, который, в принципе, в себе содержит, собирает все популярные нейронки в одном боте, который находится у вас всегда в руках. Из плюсов за про-тариф, который стоит 1690 рублей, да, соглашусь, это дороже, но здесь вы получаете кредит, в который хватит не на 44 секунды, а на 480. Вы сможете сделать в 10 раз больше видосов, нежели на родном сайте. При этом часть кредитов вы можете потратить на другие нейронки, которых здесь, ну, просто завались. О них, опять же, я расскажу в другом видео, здесь я хочу поговорить чисто о Runway стилизации. Итак, как все это дело стилизовать? Открываем Telegram, тыкаем на бота. Во-первых, здесь вы увидите синюю кнопку меню, открыв которую вы сможете ознакомиться со своим тарифом сверху, нажав на подписку. Вы можете увидеть, опять же, какие варианты подписки доступны для вас, какие вы получите бонусы. И здесь сразу рекомендация, обратите внимание, что есть более дешевые тарифы, но возможность стилизации видео начинается именно с про-тарифа. Если вы нажмете на что входит в тариф, вы увидите, там будет стилизатор видео за 14 кредитов. Он-то нам как раз и нужен. Нажимаем закрыть. И вот здесь уже начинается вся магия. Открываем контекстное меню, нажимаем на видео будущего RV-стилизатор, и он нам предлагает: отправьте текстовое задание на удобном языке, либо картинку, чтобы создать видео в топовой нейросети Runway. Нам это не нужно, нам нужно изменять стиль видео. Для этого нам нужно загрузить ролик до 20 мегабайт, до 10 секунд хронометража, и описать текстовым заданием желаемый стиль. Окей, мы так и делаем. Прикрепляем видео. Преимущество Телеграма, опять же, в том, то, что вы можете выбрать длинное любое видео и обрезать его под 10 секунд, выбрать качество такое, чтобы оно занимало меньше 20 мегабайт, таким образом вам на компьютере, опять же, не нужно все это подготавливать, как-то монтировать, перекодировать. Внутренний кодировщик Телеграма, с этим замечательно справляемся. Нажимаем оки-доки. Кстати, здесь можно выбрать либо 720, либо 1080p, опять же, в зависимости от качества вашего изображения, можно выбрать любое, потому что на выходе Runway в любом случае выдаст вам картинку на 720 пикселей. Меня похвалили. Нажимаем ОК и загружаем изображение. Видео добавлено. На данный момент Runway умеет генерировать видео в соотношении сторон 16 к 9. Поэтому, опять же, если у вас другие соотношения, либо вы хотите сгенерировать вертикальное видео, сорян, это сделать пока что нельзя. Нажимаем «Настроить» и «Запустить». Сюда мы вписываем промпт. И, о боже, прикиньте, здесь можно вписывать промпт на русском языке. Можете на английском, как вам удобнее. Давайте писать по-русски. Ну, допустим.
Согласен, запрос стрёмный, но это звездный десант, военный с бластером смотрит в закат. Драматичное космическое небо со звездами и Млечным путем, киберпанк стиль. Посмотрим, что выйдет. Преобразование от 0 до 1, мы можем изменять этот параметр. И чем больше вы поставите этот параметр, тем более непредсказуемым будет результат, и он позволит немножечко изменять действие в самой сцене. Если ваш главный герой выполнял какое-то движение, это движение может быть в максимальном преобразовании преобразовано сильнее. Чем меньше вы поставите этот параметр, тем более точно сохранится ваше изначальное видео, но оно все равно будет переработано. К примеру, если вы напишете даже с нулевым параметром стилизацию под водой, задний план за главным героем может очень сильно поменяться, но его внешность, не знаю, там майка, голова, прическа, останется неизменной. К сожалению, сейчас Runway не умеет сохранять лицо человека, которого изображено на видео, и в любом случае происходит подмена людей. Мне кажется, если бы они в перспективе пофиксили эту вещь и сохранили черты лица портретируемого, это было прям, ну, очень классно. Пока что появляются какие-то совершенно незнакомые люди. Я пока что поставлю преобразование на 0.5. Снизу также есть пресеты, прокликав на которые вы можете в пустой текстовый запрос уже интегрировать, ну, различные стилизации. Ну а дальше мы пролистываем вниз, нажимаем «Сгенерировать видео» и ждем. Во многом скорость генерации зависит от загруженности сети, сколько людей пытаются все это сейчас сгенерировать, просто тьма. Но радует то, что хотя бы не приходится ждать по несколько дней. К примеру, сейчас бесплатные тарифы на том же самом Runway вообще недоступны. Если вы попытаетесь сгенерировать видео из картинки, он вам скажет: «Сорян, отворот-поворот». Ну вот сколько прошло времени, сейчас он начал генерировать видео. Из 5% перешло в 19%, 48%. В целом, пока генерируется, можно посидеть, пообрабатывать фоточки, попить чаечек. Готово. И вот такой вот видосик у нас получается. Общая продолжительность генерации от отправки текстового запроса до получения видео у меня заняло вот столько времени. Касаемо лимитов на генерации, лично я использую подписку Elite, и она не израсходует ни один кредит при генерации через Runway. Можете генерировать, сколько вам влезет. Само собой, в эту подписку входят и десятки других нейросетей, и в том числе здесь полностью бесплатный чат GPT O1 новенький. Ну а если вдруг вы захотите сами залететь в всю эту тему, штука прикольная, регистрируйтесь по моей ссылке. Я, кстати, от вас при вашей регистрации получу бонусы. Мне накапают кредиты, которые я потом смогу использовать для генерации картинок, либо смешных видосиков, либо озвучки и так далее. А вы, кстати, получите бесплатные 15 токенов, чтобы затестировать стилизацию Runway. Этого хватит на один видосик, но, опять же, затестировать вам этого хватит. Плюс, самое главное, 15% скидку на любую подписку. И это будет доступно в течение 72 часов, поэтому не проспите, если реально думаете заниматься этим. Да даже по фану, это не такие большие деньги, залетайте. Также поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, напишите мне в комментарии, если вам Syntex AI интересен, вообще полный рассказ об этом боте. Знаю, многим интересно. Я обещаю, запишу в скором времени полноценное видео, прям полный гайд всего, что там можно делать, потому что это супер легко, супер удобно, инструкции здесь прикреплены всегда. В общем, не пропадаем. На связи, пока.